Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Режим пилотирования. Смотрим под ноги. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Что мы тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Эш, это Близ, как слышишь, прием. Это Эш, слушаю. Тень не отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убить его. Понятно, конец связи. Похоже, он нас боится, Бити. Не думаю. Его высшие хищники, чуть ли не самая опасная банда наемников на фронтире, состоящая сплошь из военных преступников. Thank you.
Атакую пехоту противника. Пилотирование.
Режим пилотирования включен. Не в тот район мы зашли, ополченцы. Всего лишь царапина. Первые повреждения. Опасность. Будет не скучно. Сильное повреждение корпуса. Сильное врага уничтожено. Втянулись в дело.
Есть кто живой? Режим пилотирования включен. Грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Тоже короткий путь? Доверьтесь мне. Атакую пехоту противника. 12-14. Дальше мы продолжим только на грузовом лифте. Помечаю на вашем дисплее панель управления. Этот пилот нас палит! Прижмите его! 10-30! Грузовой лифт включен. Посторонний титан на погрузочной площадке 13. Передаю титан воспитывательный пункт. Эш вызывает каппу 3. Место проникновения – погрузочная площадка 13. Принято, каппа 3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Купер! Похоже, автоматическая охранная система поймала титана. Нам же меньше работы. Пилот замаскирован! Огонь по пилоту! Прижимайте его! Прием! Кто в этом секторе? Прием! Сообщаю, меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт.
пехотинцы АМСИ. Соблюдайте осторожность. Мы Марвины заниматься, а не пехотинцы. Нет, не для того мы готовились. Такое вообще знать, мы должны причиняться или есть что-то в симулякру. Здесь Марвины! Лиз, это Эш. Я захватила Титан класса Авангард. Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Конец связи. Пилот, они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Пилот, этот комплекс полон опасностей. На сборочном конвейере вас может раздавить.
участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Черт, Бити, что же они тут строят? Неизвестно. Но сомневаюсь, что АМС производит жилые дома. Обычно АМС их разрушает. Thank you.
нас вне зоны видимости! Вроде да, но и мясорубка. Ты в порядке? Конструкция не повреждена. Не думаю, что это мясокомбинат. С моим везением тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Отсюда есть только один выход, пилот. Наверх. Пилот, по всей видимости,
опасности. Выход в куполе наверху. Рекомендую во что бы то ни стало туда добраться. Не бойся, я не казню тебя. Даю слово.